Во Владикавказе провели окружное совещание из КФО по реализации проекта «Старшее поколение». Это часть большого национального проекта «Демография». Основная его цель – увеличить к 2030 году среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет. В онлайн-совещании участвовали представители Министерства здравоохранения всех республик Северного Кавказа. Для реализации плана разработан и уже осуществляется целый ряд мероприятий. Развитие гериатрической службы в Российской Федерации и ряд мероприятий для граждан пожилого и старческого возраста. И в ходе сегодняшнего мероприятия мы обсуждаем эти мероприятия, те целевые показатели, которые были достигнуты в 2019 году и текущее состояние реализации федерального проекта. В совещании участвовал министр здравоохранения республики Тамерлан Гагичаев. По его словам, в прошлом году Северная Осетия выполнила запланированные целевые показатели. Однако впереди еще много работы. Так, в республике должен появиться гериатрический центр. Пока приказом Минздрава республики создан коечный фонд для пациентов старше 65 лет. Все условия для лечения этой категории граждан есть. Продолжительность жизни была, то помимо того, что да, мы должны наблюдать, да, мы должны следить за нашими пациентами, но очень бы хотелось, чтобы эти пациенты все же нас находили своевременно. Для того, чтобы определить те заболевания, хронические формы заболевания, чтобы они были на диспансерном наблюдении. Очень важно, чтобы ту вакцинопрофилактику, которая положена для взрослого населения старшего поколения, имеется в виду, чтобы она была своевременно проведена, дабы не были какие-то осложнения и последствия, связанные с осенне-зимним периодом, подъемом заболеваемости.